Итак, утреннее кормление нашего ящера на сей раз личинками бронзовки. Как я и говорил, прежде чем кормить, я физически удалил им их челюсти путем раздавливания головы пинцетом. Это обязательное условие. Иначе они могут повредить желудок рептилии. Впрочем, Стэнли съест их в один присест, даже не заметит. Поэтому велика вероятность, что их челюсти сохранятся и будут в желудке мешать. Вот он уже ожидает свою жертву. При этом при раздавливании головы у них выделяется жидкость с мускусным запахом. Довольно своеобразная, немного неприятная, но тем не менее все эти действия необходимо выполнить, прежде чем давать таких личинок на съедение нашему варанчику. Ну вот этих двух штучек вместе с тремя сверчками, которых я дал ему раньше, его вполне хватит на целый день. Как видно, он немножко линяет в районе пузика и шеи, также на лапах. Но по этому поводу мы купать его будем немного позже. Интересно, ему еще мало? Или он наелся? Он пока просто не понимает камеру. Точнее, мобильный телефон. Думает, что же это такое, съедобное или нет? Увы, несъедобное.